Приближается пора школьных каникул. Целых 3 месяца беззаботного летнего отдыха. Без уроков и домашних заданий. Период, когда подростки по большей части предоставлены сами себе. Проводят время во дворе, на улице или в парке. В преддверии летних каникул хотелось бы сказать именно о комендантском часе. Это запрет нахождения в летнее время детей до 16 лет на улице без сопровождения родителей в период с 23 до 6 часов. В случае выявления детей сотрудниками полиции будет проведена соответствующая профилактическая работа, вплоть до того, что родители могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка. В зоне повышенного внимания в период каникул трудные подростки. Сегодня на городском профилактическом учете их около 200, включая школьников и семей, которые по определению специалистов находятся в социально опасном положении. На сегодняшний день мы практически завершили работу по разработке паспорта летней занятости на каждого ребенка. В паспорте предусмотрен также систематический мониторинг исполнения запланированных мероприятий, контроль ситуации, подведение промежуточных итогов. Все это делается с целью внесения необходимых в корректив в план отдыха, оздоровления и занятости детей данной категории. Подросткам сегодня предоставлен огромный выбор. Летом в Абакане откроются 26 дневных оздоровительных учреждений на базе муниципальных школ и ЦДТ, 29 детских центров, 25 школьных спортивных клубов и 24 спортплощадки. 130 ребят отправятся на летнюю смену в загородные лагеря «Меридиан» и «Звездный». В рамках взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних, по традиции, спортивной школой по туризму будет проведена профилактическая программа в одной связке для несовершеннолетних, состоящих на городском профилактическом учете. В период с 3 по 9 июля для детей пройдут туристско-оздоровительные мероприятия на территории парка культуры и отдыха, выезд в район горы Кампашка, а также 3-дневный поход на гору Борус. Профилактика, контроль и безопасность – это 3 ключевых аспекта в программе занятости подростка в период школьных каникул, которая утверждена комиссией по делам несовершеннолетних при администрации Абакана по всем направлениям. Сотрудниками госавтоинспекции по городу Абакана в летний период будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения со стороны детей, детей-пешеходов, детей-пассажиров, детей-пользователей средствами индивидуальной мобильности. Хотелось бы сказать, что в первую очередь ребенок берет пример со своих родителей. Необходимо показывать безупречный пример соблюдения правил дорожного движения своему ребенку, именно родителям. Также хотелось бы обратиться к родителям, сказать о проблеме управления мототранспортом несовершеннолетними. Это достаточно опасный вид транспорта. Для общего контроля по решению комиссии по делам несовершеннолетних при мэрии Абакана запланирована городская целевая операция «Лето, каникулы 2023».